21 год только начался. Сезон королевских гонок стартует лишь через несколько месяцев. А вот МИКС, любительский чемпионат по картингу, который проводится на картодроме Forza Karting, в самом разгаре. Прямо сейчас участники турнира борются за призовые места на четвертом этапе. Четвертый этап – экватор чемпионата МИКС текущего сезона – запомнился большим количеством штрафов. В частности, за контактную борьбу и ошибки менеджеров, координирующих пилотов на трассе. Может быть, это сказалось малое количество тренировок, потому что были новогодние праздники, все отдыхали, и перед гонкой все гонщики жаловались на то, что очень мало времени на подготовку. И поэтому даже некоторые ехали с чистого листа, а мы трассу и поменяли недавно, и едем, скажем так, в обратную сторону. И без того непростое возвращение к соревнованиям усложнило изменение конфигурации трассы и направления. Такие корректировки вносятся, чтобы разнообразить гонки, повысить интерес участников. Экспериментируют на миксе и с резиной. К примеру, в этот раз состязание проходило на мягких покрышках. Приятно, что средний уровень участников пилотов растет. Это говорит о том, что, в общем-то, мы все делаем правильно, и пилоты сюда приезжают много тренироваться, и что они растут, и чемпионат у нас действительно интересный и собирает самых-самых сильных пилотов. Каждый этап чемпионата включает 3 гонки по одной для группы. 3 лучшие команды по итогам заезда переходят в более сильную категорию, 3 последние в более слабую. Поскольку уровень подготовки у всех пилотов довольно высокий, случается даже такое, что участники из самой быстрой группы А попадают в самую медленную С. Я бы не сказал, что прям очень часто, но такое, да, происходит. Все равно для этого нужно несколько этапов. Ну, к примеру, они проехали первый, он не получился. Скатились во вторую группу, во вторую группу проехали. Опять не получилось. Естественно, они получают уже путевку в третью группу. Микс такая штука, что вот с налета его не выиграешь. То есть тут надо парочку лет промариноваться, получить опыт и только тогда претендовать на высокие места. Следующий, 5-й этап чемпионата Микс состоится в последние выходные февраля. Присутствовать на турнире, поддержать любимую команду, пообщаться с пилотами, увидеть гонки по картингу своими глазами может любой желающий. Вход для зрителей бесплатный.